И так мало понимать, у смирения ума мало жить только философией и только прояснением для себя каких-то смыслов, хотя это однозначно важно, но нужно учиться на практике применять наставления, жить в соответствии с ними. И наш гуру передает некоторые методы, которые связаны с усмирением ума. И сейчас мы о них поговорим, но вначале хотелось бы зачитать о том, как гуру говорит о методе, то есть что такое для нас метод и почему он для вас, для нас важен. Метод для мастера – путь, цель, жизнь и способ игры и творчества. Объект самоотдачи – учитель, ведущий вперед. Метод для мастера – это само дыхание, кость и плоть. Когда метод раскрывает глубину пути, он учитель. Когда он отсекает личное «я», он сам источник. Когда наказывает за невнимательность и компромиссы, он страж пути, тренирующий дух совершенства. Мастер знает, что метод ведет к свободе, только если ты стал его живым проявлением. Мастером является лишь тот, кто дошел до пика самоотдачи методу так, что его ложное «я» исчезло, и метод слился с мудростью. И, в общем-то, говорится, что если мы работаем с умом, то это всегда видно. То есть человек, который действительно свой ум усмиряет, с ним работает, он никогда, его нельзя застать в каких-то омраченных состояниях, гневе, злобе, зависти, неудовлетворенности. То есть это всегда такое легкое, безмятежное, распахнутое, радостное состояние сознания. И, в принципе, все методы нашей традиции, которые передаются, это и санкальпы, и путь божественной гордости, и путь Шамхави мудры, медитации, например, Атмавичары, Нираламха, Махашанти, этические обязательства, обеты, самаи, асаны, пранаямы, это все, по сути, это и есть методы усмирения ума. И есть более тонкие, да, такие как санкальпы, практики интеграции, медитативные передачи состояния, практики медитации, так и более грубые прирасаны и пранаямы. И, конечно, в принципе, можно было бы достичь одной осознанностью посредством Атмавичары, но пока наше сознание довольно грубое, то нам необходимо применять тоже более, скажем так, простые и очевидные методы, как усмирение ума. Тогда наша практика, она движется быстрее, и мы действительно чувствуем прогресс и изменение своего характера и реального изменения своей жизни в лучшую сторону. Итак, какие это принципы? Их довольно много. Методы или принципы усмирения ума. Кому интересно, я отсылаю вас к книге Гурудева, которая так и называется «Усмирение ума». И мы рассмотрим некоторые из них. И, например, один из методов – это служение. А служение, процесс служения важен понять для себя именно как принцип. Принцип переподчинения своей воли более вышестоящей шакте, более возвышенному просветленному сознанию. Вообще, на самом деле, служение – это такой основополагающий процесс бытия, когда душа, джива, индивидуальное сознание служит Богу. И вся его жизнь – это и есть служение более высокому сознанию, божественному. И так как Бог, Он есть везде, наше высшее сознание есть везде и во всем, то такое служение, соответственно, джива выполняет по отношению ко всему, ко всем процессам, ко всем людям, которые встречаются ей на жизненном пути. Но важно не только такое понимание, да, принципа служения как основы твоей жизни, важно, чтобы в относительном измерении был реальный объект служения.
То есть это святые, просветленные, духовная община практикующих. Должны быть реальные действия и реальный процесс, который происходит не только в нашем сознании и в уме, но и здесь, в реальной жизни. Потому что жизнь — это энергия, и когда мы с ней сталкиваемся, мы можем посмотреть, насколько глубоко наше сознание, насколько оно действительно реализовано. И когда мы учимся переподчинять свою волю божественной воле через служение, то наш ум, несомненно, очищается и усмиряется, потому что на что мы настраиваемся? Здесь мы настраиваемся на сознание Бога, на проявленное в святых, или, может быть, мы уже самостоятельно, скажем так, чувствуем такое просветление, вот этот просветляющий импульс, и как бы его стараемся проводить. Это все и есть принцип служения. На чем мы медитируем, на тем мы и становимся. То есть, когда мы все свое сознание, всю свою энергию посвящаем святому объекту, раскрытию высшего Я, то, соответственно, и наш ум также просветляется. А следующий принцип – это принцип смирения и послушания. А вообще, святые различных традиций очень большое внимание уделяли этому принципу. Например, Франциск Ассизский, это знаменитый христианский святой, он, будучи уже очень известным святым, имеющим своих учеников, своих последователей, поставил над собой какого-то послушника, который указывал ему, что ему делать, и отчитывался перед ним. То есть именно для того, чтобы его эго не разрасталось, Франциск применил такой способ усмирения ума. А что здесь важно? Здесь важно, чтобы в процессе смирение и послушание, мы научились слушать не свое эго, а именно божественное. То есть научились как бы послушаться, слушаться божественного. И сначала это мы учимся делать вовне, через служение, через процесс действия, через принятие обетов. То есть мы слушаем свои обеты какие-то, например, исполняем яму и не яму. И таким образом наш ум очищается, мы прислушиваемся сначала к божественному через внешние какие-то аспекты, а затем уже через более внутренние, глубинные процессы, в общем-то, это и есть через созерцание и осознавание. Какие здесь могут быть более конкретные методы? Когда, например, мы учимся обменивать себя с другими, то есть нам что-то хочется, допустим, есть рядом другой человек, он хочет этого же. И мы не идем напролом, пытаясь завладеть тем, чем нам хочется, а уступаем это человеку, понимая, что с позиции адвайта это ведь я только в другом теле. Тогда почему я буду только для себя делать все хорошо, да? Если действительно есть такие же живые существа, как и я, такие же дживы, которым нужно счастье, свобода. Это еще может быть процесс принятия на себя страданий других. Ну, это, конечно, уже для святых, для высоких душ, практиков. Но для нас это просто понимание к тому, что мы не так цепляемся за свой комфорт. И если кто-то страдает, мы действительно готовы и искренне хотим ему помочь. Таким образом, мы тоже свое эго отбрасываем, мы свой ум смиряем. Или, например, это отдавание своего счастья другим. В общем-то, похоже с предыдущим принципом или методом. Когда мы готовы и хотим своим счастьем поделиться с другими, и даже если при этом какой-то свой внутренний комфорт, свою внутреннюю тхьяну мы теряем, то мы делаем это искренне. И готовы остаться со своей тхьяной, потому что понимаем, что тхьяна — это все равно еще ограничения, это не еще не подлинное естественное состояние. И таким образом, через смирение и послушание, через служение мы обретаем подлинное воззрение адвайта не только ментальное, но и в энергии. Ведь адвайта говорит, что все есть одно, и все есть проявление одного нашего высшего Я, и все изначально свято и божественно.
Поэтому нет смысла выбирать свое «я», да, и ставить его на первое место. Через это наш ум усмиряется. Следующий принцип или метод – это аналитические медитации. Как раз вот 24 аналитических медитации, которые мы рассматриваем в данном цикле лекций, очень помогают прояснить сознание и усмирить ум, понять те законы, те фундаментальные основы, принципы бытия, которым мы, если будем следовать, то будем жить счастливо и будем эволюционировать. И также Гурудев еще дает некоторые дополнительные аналитические медитации для усмирения ума. Например, это размышления о прошлой жизни. Все мы с вами знаем о законе кармы. И если что-то случается с нами, например, мы приезжаем домой и не накрыли нам просад, мы голодные. И вместо того, чтобы разгневаться и там кричать на родных, почему, как так, не уважили такую великую личность, то мы применяем этот принцип и вспоминаем, что ведь все исходит из моей кармы, все обусловлено моими прошлыми жизнями. Значит, где-то я сам как-то был невнимателен кому-то не оказывал должного внимания, уважения и заботы. Или там на работе что-то у нас как-то не так проявляется, кто-то, может быть, подло по отношению к нам поступил, то тоже мы не впадаем в двойственность, в карму. Не мстим, конечно же, не злимся. Мы понимаем, это просто сейчас возврат нашей кармы. Это то, мне возвращается сейчас, что я делал в прошлых жизнях. Или даже, может быть, и в этой жизни. Следующее – это размышления о будущих жизнях. То есть, например, когда у нас есть какие-то состояния омрачения, раздраженности, когда мы теряем контроль ума, то нужно понять и подумать, куда это меня приведет. То есть, например, если сейчас я завидую или гневаюсь, то значит я создаю отпечатки на будущие жизни. И потом мне снова придется испытывать зависть или гнев. Неважно, буду ли я его проявлять или по отношению ко мне его будут проявлять. И, например, если мы склонны к критике, да, то же самое. Что надо понять, что если я сейчас сам критикую, то в будущем этот тоннель критики, он снова и снова будет ко мне приходить. И таким образом, размышляя о будущих жизнях, понимая, что будущие жизни творятся из настоящего момента, мы усмиряем свой ум. Также здесь еще есть такой подметод, когда мы радуемся меньшим страданиям, чтобы избежать большего. Большие страдания – это перерождение, это смерть, это обусловленность, это неведение. А маленькие страдания – это, например, когда нам может быть холодно или, наоборот, очень жарко. Ну или какие-то такие незначительные вещи, из которых часто мы сильно расстраиваемся. Или какая-то вещь нам не подошла. Мы очень долго что-то хотели, а она взяла и сломалась. Вот. И это такое небольшое страдание, некий дискомфорт, бывает часто, которому мы придаем очень большое значение. Но если мы с таким дискомфортом встречаемся по ходу духовного пути, там что-то нам неудобно, как-то там нам рано вставать приходится, или наоборот, то мы понимаем, что это просто малые страдания, которые позволяют нам избежать большего страдания. Самое большое страдание – это смерть и бессознательное, перерождение, бессознательная жизнь. Еще один метод усмирения ума – это чистое видение. Чистое видение – это наша попытка смотреть на мир глазами Абсолюта, глазами уже просветленного Высшего Я. А как мы знаем, что в абсолютном видении нет ни чистого, ни омраченного, все изначально божественно. И как мы можем учиться видеть чисто? Например, когда мы учимся благодарить жизнь за любые обстоятельства, которые она нам подкидывает, любые ситуации. Как научиться это делать, рассматривая это как тренировку. Скажем так, Великая Мать учит нас чему-то. То есть вся жизнь – это некий обучающий процесс, благодаря которому мы вырабатываем какие-то качества и приобретаем опыт души, зрелость души. И если мы относимся так к любым ситуациям, например, там кто-то, не знаю, что-то загрязнило чем-то нашу машину, и первая эмоция, да, это неусмиренный ум, как так, что за невнимательность, что это такое.
Если же мы усмиряем свою, мы можем подумать так, что ведь если бы не ситуация эта, я бы не увидел, насколько мой ум еще впадает в двойственность, насколько он делит на себя и других, насколько он делит на чистое и нечистое, насколько он еще очень привязан, да, к внешнему миру, там, к своей машине и так далее. И мы можем подумать, это ведь ситуация, она для того, чтобы я это все увидела, все это свое отразделение и двойственность, и породить чувство благодарности к той ситуации, которая происходит. Это я говорю про негативные ситуации, конечно, в хороших ситуациях всегда благодарить легче. Еще один метод, который позволяет нам развивать чистое видение, это видеть достоинства, а не недостатки. Если у нас мало заслуг, то наш ум, он обычно не видит заслуги других. То есть нам все люди кажутся какими-то недоразвитыми, с большим количеством недостатков. То есть этот такой, этот там то плохо делает, этот плохо делает. И наше сознание полностью фиксируется на негативе. И вот благодаря этому методу мы можем и должны перенастроить себя на позитивное видение, на чистое видение. Когда мы сосредотачиваемся именно на достоинствах человека и полностью отождествляем его с этим достоинством. Например, если человек, может быть, он везде опаздывает, да, там какой-то некультурный, неопрятный, но, возможно, он прекрасный художник, допустим, да, или он математик какой-то прекрасный. Вот. И вы тогда больше сосредотачиваетесь на его позитивных качествах, и как будто этот человек становится олицетворением этих позитивных качеств, и все негативное вытесняется в вашем восприятии. Это помогает победить критичный ум, который больше сосредотачивается на негативе. И в чем еще опасность такого критичного ума? То, что он видит только определенный изъян и не видит всю остальную картину. Вот, да, сознание схлопывается, видит только что-то определенный какой-то разрез реальности. И уже полностью думает, что этот человек такой-то. Или там вот такой вот он обусловленный. А на самом деле, ведь может он только сейчас в этой ситуации так проявляется, именно в вашем кармическом видении. Как только вы меняете это кармическое видение на чистое видение, то все становится совсем другим. Это также и по отношению к себе, к нам самим, может быть. Еще один метод чистого видения – это помнить доброе и не помнить плохое. К сожалению, наш ум часто так работает, что мы вспоминаем только все, что нехорошее, что с нами было, хотя было очень много хорошего, и на этом фиксируемся. И это очень нехорошо, потому что мы заполняем нашу читу, нашу память негативными отпечатками. А как мы уже говорили ранее, чита, она определяет нашу жизнь. То есть наша память определяет нашу жизнь. И в бардах мы также встретимся со всеми своими двойственными оценками и негативными отпечатками. Поэтому очень важно фиксироваться на хорошем, на добром, на позитивном. И помнить доброе и не помнить негативное. Таким образом мы приносим энергию сатвы, энергии благодати и радости в свою жизнь. Еще один принцип, который мы рассмотрим, это принцип посвящения заслуг. Когда у нас что-то хорошо получается, часто очень мы это присваиваем к себе. Если мы получаем духовные опыты, какие-то продвижения, просто возвышенные позитивные состояния у нас появляются благодаря духовной садхане. У нас часто бывает, может возникнуть гордость, и мы начинаем думать, что какие мы молодцы. И вот здесь важно не войти в эту двойственность, уже такую новую, более глубокую, а научиться посвящать заслугу от своей практики благу всех живых существ и настраиваться на древоприбежище, если вы практикуете в традиции, то есть вашу гуру парампару, святых традиций, которые олицетворяют высшее Я, или же, как минимум, просто посвящать свою заслугу благу святых и благу живых существ и делать как подношение тем святым, благодаря которым вы движетесь по духовному пути, то есть своим наставникам, духовным учителям, мастерам. Таким образом, когда мы посвящаем заслугу, во-первых, мы перестаем отождествляться с успешностью в нашей садхане, становимся как бы свободны от этого.
И мы также устанавливаем позитивную связь, укрепляем связь с нашими наставниками, с древоприбежищем, с божественными существами. А эта связь для нас очень важна. Какие методы мы рассмотрели? Еще раз их озвучу. Это метод служения, смирение, послушание, аналитические медитации, чистое видение и посвящение заслуг. Существует также еще такой очень прекрасный метод, который называется семиречный метод логического анализа. Здесь используется логика, и поэтому он довольно простой и рабочий для большинства из нас, для начинающих практиков. На первые лет 20 и все равно все мы являемся пока начинающими практиками. В чем он заключается? В 7 ступенях воспитания ума. Наблюдай, анализируй, обобщай, делай выводы, принимай решения, исполняй и переходи на новый уровень. Ну, вот так это все выглядит. Наблюдай, анализируй, обобщай, делай выводы, принимай решения, исполняй, переходи на новый уровень. И как это происходит, рассмотрим на примере. Например, у нас есть гнев. И первое, что мы должны сделать, это его пронаблюдать. То есть отделиться от того состояния, которое нас сейчас с вами обуславливает, понять, что это не я и что может быть по-другому. Затем мы анализируем, куда приведет нас это состояние. То есть согласно святым писаниям, это прямая дорога в ад. Или мы сами будем гневным божеством, кто наказывает в чистом виде не божеством. Или же мы можем попасть в те ситуации, где на нас изливают свой гнев какие-то другие существа. Когда мы так проанализировали, мы можем рассмотреть еще несколько таких ситуаций и обобщить для себя, сделать какой-то вывод. Когда мы делаем вывод, мы понимаем, что нам такая жизнь в адах, она нам совсем не подходит. Мы хотим другой жизни для себя. И принимаем решение более так не делать, то есть не гневаться. Приняв такое решение, мы выполняем дхарму, то есть исполняем, ну, применяем какие-то упаи, искусственные методы, которые помогают победить нам гнев, и переходим на новый уровень жизни, осознавания, где, например, есть только любовь и нет гнева. Ну, какой сейчас еще можно пример привести? Например, вы стараетесь медитировать и постоянно чувствуете тамос в медитации. То есть вроде и пытаетесь практиковать, а не получается. И вот вы, может быть, так день, два, месяц, год практикуете, два года, и видите, что прогресса нет. И тогда вы наблюдаете свое состояние со стороны. То есть вы уже не отождествляетесь, что, например, вы плохо медитируете, а смотрите на себя со стороны. Почему так происходит? Пытаетесь понять. Это уже анализ. А затем вспоминайте все, что вы знаете о медитации, смотрите динамику развития своей медитации, например, да, за несколько лет там, или за несколько месяцев, за несколько недель, дней, обобщаете и делаете вывод, что, скорее всего, еще недостаточно чистое сознание, плохая концентрация, низкий уровень энергии и нет заслуг на медитацию. И принимаете решение, ну, как-то выбраться из этого, да, например, какое вы решение можете принять? Очистить каналы методами асаны, пранаямы. Больше выполнять служение, чтобы приобрести духовную заслугу. Выработать правильную мотивацию, чтобы сознание лучше концентрировалось, да, изучить священные тексты. Ну, в таком роде. Затем вы выполняете это, то есть 6-й пункт исполняй. И 7-й переходите на новый уровень, то есть становитесь хорошим медитатором, достигаете дхьяны и самадхи. Как еще можно применить метод семиречного логического анализа? Например, вы живете в бедности, ну такое бывает. Также вы наблюдаете, да, процесс, анализируете, обобщаете, делаете вывод, что вам такая жизнь не подходит. И
принимаете решения, какие-то могут быть решения. Ну, решение, например, что нужно получить какое-то дополнительное образование. Или же, ну, как-то усерднее работать, может быть. Больше времени посвящать работе. Может быть, сейчас вы совсем его не посвящаете работе, поэтому в бедности находитесь. Или же делать практики призывания энергии процветания, например, Лакшми Садхану. И так далее. Затем вы это выполняете, выполняете дхарму. То есть даже если кажется, что вы не получаете, что сначала не получается, вы не отступаете, продолжаете выполнять дхарму до того момента, как нужные качества, которые вам нужны, не будут обретены. И переходите благодаря этому на другой уровень, например, уровень материального процветания. И когда мы применяем семиричный метод логического анализа, то, в принципе, мы видим, что жизнь — просто определенное уравнение, которое нам нужно с вами грамотно решить. Тогда любое состояние, будь то медитативное или какое-то состояние, проявленное вовне, становится нам доступным. И мы можем усмирять свой ум, усмирять более грубые аспекты и затем переходить к более глубоким интуитивным практикам, такие как созерцание и осознавание. И подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить важность усмирения ума. Усмирение ума — это наша работа над собой, и именно в том, насколько наш ум усмирен, то есть воспитан, и пролегает граница между просветленными существами и непросветленными, между сансарой и мокшей. И важно понять, что цель духовной практики — это как раз обуздание, усмирение ума, очищение ума. Потому что если у нас даже есть духовные опыты, астральное видение, может быть, нам открылось в процессе практики, но при этом мы эгоистичны, эгоцентричны, то это не слишком нам поможет на духовном пути просветления. Например, духи, боги, асуры, они обладают гораздо большей шакти, чем люди, обладают ситхами, но есть сансарные боги, я имею в виду. Но если их сознание эгоистично, то есть их ум не усмирен, то это не делает их просветленными. А все-таки именно просветление — это цель нашей жизни как практикующих, мокша, освобождение, просветление. Поэтому очень важно понять для себя процессы усмирения ума, разобраться с этим, что это такое, и применять на практике. Часто бывает так, что более грубые аспекты сознания, мы понимаем, что их нужно усмирять. Это такие, как гнев, там, зависть, ревность и так далее. То, когда такие тонкие поднимаются у нас какие-то состояния, когда какое-то, может быть, уже продвижение в садхане есть, такая легкая гордость, то бывает, мы можем вести себя немного неусмиренно. Почему? Потому что мы уже делаем опору на внутренние данные, то есть опять-таки на ум, а не на высшее я, но на более тонкий, на более такой уже интуитивный ум. Но это тоже ошибка, и нам все равно нужно продолжать работать со своим умом вплоть до его полного растворения в божественном. А в божественном, как мы понимаем, уже нет эгоизма, и уже никакие негативные принципы, клеши не возникают в нашей жизни. И поэтому нам нужно всегда помнить о садхане, усмирении ума, где бы ни были мы, в каком бы мы ни были статусе, как долго бы мы ни практиковали. И я хотела бы в завершении лекции зачитать наставления гуру, которые как раз и говорят о важности усмирения ума в каждом моменте нашей садханы. Когда разговариваете, укращайте ваш ум. Когда едите, укращайте ваш ум. Когда служите, работаете, укращайте ваш ум. Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, усмиряйте, укращайте ваш ум. Не усмирив ум, невозможно надеяться на счастье. Когда же ум усмирен, счастье становится вашим безупречным спутником.